Сегодня поговорим о деньгах. В общем, неважно, кем бы ты сейчас ни занимался, если ты смотришь это видео, значит, у тебя есть эта потребность. А значит, у тебя есть те же ошибки, те же сомнения и те же недознания, как у меня в свое время. Именно поэтому я хочу рассказать о трех вещах, которые, ну, очень сильно вам должны помочь. Если бы я посмотрела бы это видео 10 лет назад, честно, очень много вещей могло бы поменяться. Поехали. Все есть вот здесь, вот в Money Mindset. Это отдельная вообще тема, отдельный видеоролик, мы об этом поговорим. Но сегодня есть три составляющие, которые прям, ну прям очень важны, по моему мнению, и их надо примерять можно прямо с сегодняшнего дня. Это вам может сократить, ну просто колоссальное количество времени, и сделав это сегодня, вы обеспечите себе будущее на несколько лет вперед, а возможно на все года. Если вы смотрите это видео, скорее всего, вы в постсоветском пространстве, то, соответственно, в наших странах вы знаете, что об этом не обучают о деньгах, не обучают об этой культуре. В детстве моя мама всегда мне говорила про стабильность, наверное же, каждая ваша мама то же самое. Что нужно иметь стабильный заработок, что все этот бизнес — это вообще рискованная ситуация, что все инвестиции — это прям вообще какая-то пирамида, что никуда лезть не надо. И вообще нужно там просто идти на завод и что-то поработать. Действительно, она так говорила. И говорила, что я не подхожу для бизнеса, что абсолютно у меня майндсет не подходит для бизнеса, я должна помогать ей по работе. Иначе потом я не найду себе работу. И поэтому первые свои знания, которые я вообще просто получила о бизнесе, это благодаря моей тете. У меня тетя бизнес-вумен, она предприниматель. И находившись у нее рядом, находившись с ее мужем, я слышала какие-то вещи о бизнесе. Я видела, как они ведут бизнес. Иногда там промелькали там про менеджмент, про какой-то персонал. Но так как это вообще мне было очень мало, мне это все не впиталось, и я как бы это не смогла использовать. То есть я что-то слышала, у меня с детства был майндсет, все, я хочу быть богатой, я хочу быть как моя тетя, но я не понимала, как этого достичь. Поэтому очень много у меня началось именно с фильмов. То есть я смотрела фильмы, я изучала, как там все строится, как вообще в мире все обстоит, как нужно делать вещи. То есть очень много информации я черпала с фильмов. Но когда мы просто черпаем информацию отовсюду, мы не знаем, что именно подходит нам, какая именно подходит информация в текущей ситуации. То есть вся информация в интернете, в книгах, она доступна, но ее настолько много, что отличить, какая действительно нам поможет, какая действительно нам нужна, очень сложно. То есть ты не в состоянии определить, какая из них будет действительно работать и именно для тебя. Все поменялось, когда я переехала в Китай. В Китае, когда я переехала, у меня было все окружение, какие-то бизнес-люди, у них у каждого, у китайцев были свои бизнесы, и, соответственно, каждый что-то да мне рассказывал про какие-то свои аспекты. Я черпала, я впитывала информацию, но опять эти все люди занимались абсолютно своими бизнесами, не имеющими дела ко мне. Поэтому вся эта информация, она не супер была релевантна, но она очень тоже помогала. Поэтому стройте свое окружение. Потому что чему-то ты точно научишься, черпая отовсюду, 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 ты будешь впитывать как губка, и что-то ты будешь знать. Но суть вот этого аспекта первого, о котором я вам говорю уже очень долгое время, это все поменяло, когда я вошла в криптовалюту. Когда я сильно ушла в эту сферу, погрузилась в нее. И большая причина успеха здесь, потому что я училась у профессионала. То есть я не просто где-то услышала и начала что-то там сама искать. Я училась у человека, который профессионал в своем деле. У меня парень уже муж, очень профессиональный трейдер, аналитик, и он постоянно в криптовалюте. Я очень много чему у него училась. Я у него постоянно что-то спрашивала, я узнавала, я советовалась. И вот, наверное, это послужило тому, что там за первый месяц я уже заработала свои первые там $70,000. Просто потому, что у меня был профессионал, который мне подсказывал. Я сидела, смотрела, что он делает, я постоянно все спрашивала. Я могла сидеть так вот просто, следить за ним, что он делает в своем компьютере. Поэтому совет номер один — это найти профессионала в той сфере, которой ты занимаешься. Это прям, ну, очень важно. Это сократит вам такое колоссальное количество времени. Просто вы не представляете. То есть, если ты хочешь стать трейдером, то, скорее всего, лучше учиться у самого трейдера, нежели у человека, который просто в криптовалюте, но он занимается играми. Это все равно разные сферы. Поэтому очень важно определить, что именно конкретно ты хочешь научиться, и найти человека-профессионала. Желательно, конечно же, покупать эти консультации, потому что все, что платно, все качественно, человек для тебя выделяет действительно время, и как бы ты не тратишь его время зря. Поэтому я всегда за платную штуку. То есть, если я кого-то хочу консультироваться, я сразу же говорю, давай win-win, сколько тебе заплатить. То есть, всегда это какой-то обмен, не просто так, давай посоветуемся. Но если у вас есть друзья, к которым можно прийти, и там они дадут какой-то советик, один-два, можно.
Что случается вообще, если посмотреть на все мое окружение, да, вот этих миллионеров, миллиардеров? То есть, допустим, человек открывает что-то, он не сам идет узнавать эту сферу, он не идет учиться, он сразу же находит профессионала в этой сфере. Если он хочет построить, там, не знаю, огромное комьюнити, он ищет профессионала топ-1 по маркетингу. Это может быть в его городе специалист, который там сделал все рестораны в его городе. Если это мировой уровень, это уже мировые какие-то специалисты, которые добились какого-то успеха. И он экономит уйму времени просто на то, чтобы самому изучать или пробовать, или попробовать нанимать работников, да? Нет, ты сразу же идешь к человеку, который реально чего-то добился. В зависимости, конечно же, от твоего уровня, от твоих финансов, да, там, я не могу сейчас пойти у Билл Гейтса учиться, но я могу пойти и учиться у человека, который я считаю, что по моим финансам он мне подходит. Я в состоянии заплатить за его консультацию. Я в состоянии сделать так, чтобы я у него училась. Это будет самое ценное, что вы вообще можете найти, которое даст вам действительно рост. Это прям, ну, правило номер один. Хочешь чем-то стать, найди профессионала и учись у него. Это как игра. Чтобы играть в игру, тебе нужно знать правила игры. Вы, конечно, можете разобраться с этим сами, но зачастую люди разбираются сами и иногда не понимают реально концепцию и разочаровываются в этом и говорят, это не для меня. Хотя на самом деле ты просто не знала, как это делать. Далее идем по вот этой веточке. Вот вы начали заниматься, вы начали зарабатывать, вы начали видеть первые результаты. Найдите финансового адвайзера. И стоп. Не означает, что вы должны быть миллионером или миллиардером. Вы как раз хотите найти этого финансового адвайзера, чтобы им стать, чтобы он тебе помог, потому что, опять же, не было этого финансового образования. Ты не знаешь, как правильно обращаться с деньгами. А есть люди, которые целыми днями только и делают, что узнают, как сохранить или как увеличить твои доходы, как увеличить вероятность того, чтобы ты чего-то добился. Честно, у меня нет финансового адвайзера, я его очень хочу завести. У меня есть пока друзья, к которым я обращаюсь и которые мне там говорят, что и как, подсказывают, так скажем, на моем пути. То есть ты можешь относиться к деньгам так, а эти люди относятся к деньгам как к стратегии. Для них это инструмент. И они каждый день изучают, как сохранить, куда положить, как инвестировать, как какую стратегию продумать для тебя, для твоего дальнейшего плана. Очень-очень важно, не пренебрегайте этим. И опять же, не нужно быть миллионером, можно просто обратиться и сказать, я вот студент, и мне вот столько-то лет, и у меня вот такой вот доход, я хочу его увеличить, я сейчас хочу инвестировать. Посоветуйте. И если ты сейчас не можешь ему заплатить, да как-то договориться можно же, да, правильно? Какой-то бартер, какой-то обмен. На самом деле, честно, есть люди, которые готовы помочь. Главное это обмен. Дай что-то этому человеку тоже взамен. Не просто так возьми и скажи бла-бла-бла. Или, например, из одних обменов это поставить этому видео лайк и коммент. Я просто так снимаю вам видео, потому что я хочу делиться знаниями, которых я знаю. Вы за это там благодарите меня, ставите комменты и лайки. Это обмен. И вот тогда вы что-то можете с этого, да, получать. Я, кстати, не знаю, были ли у вас финансовые адвайзеры. Расскажите свой опыт. Возможно, вы что-то узнали новое. И вообще, есть у вас финансовые адвайзеры или нет? И как это с ними работать? Еще один очень-очень важный. Каждый пункт – это инвестировать в никуда. Да. Это была моя самая большая ошибка, наверное, которую я очень сильно жалею. Зная, что мои знакомые инвестируют, зная, что все вокруг инвестируют, я не инвестировала. Я все время думала, что это для какой-то определенной профессии, это нужно иметь определенные знания, что простые люди не могут инвестировать, что это рискованно, что как бы не лезь туда, только потеряешь деньги. Это все идет с нашего детства. Блин, ребят, у нас реально в постсоветском пространстве столько проблем вот здесь вот, только просто потому, что наши родители этого не знали, они были закрыты, информация была закрытая, им это настолько промывали мозги, что для них деньги это было что-то там плохое, да, ну что-то такое сложное. Но вы не представляете, сколько есть способов инвестирования. Сейчас мы разберем. Помочь другу, когда он создает что-то и проинвестировать там 2-3 тысячи долларов, это тоже инвестиция, которая может выйти, и вы можете делить с ним заработок. То есть вы видите, что ваш друг что-то делает, и говоришь, тебе там нужно масштабироваться, давай я тебе помогу, проинвестирую как бы в тебя, да, и прибыль будем делить, это инвестиция. Я так тоже все время делала, когда помогла подружке, да, там не супер пошло, но я начала понемногу начинать инвестировать, и я начала изучать, то есть я в нее проинвестировала, я вошла в нее в бизнес, я начала там что-то изучать, я посмотрела, как это бизнес изнутри, то есть теперь вот этот бизнес я знаю изнутри, и это очень круто, мне это потом очень сильно помогло. Инвестировать в крипту, инвестировать, опять же, в акции. Есть вообще акции, которые супер стабильные,
там большие компании, которые Coca-Cola, там McDonald's, которые прям такие корпорации огромные, которые, ну, с маленькой вероятностью, что соскамятся, это уже настолько монополисты, которые заняли этот рынок и контролируют вообще весь мир. Эти компании, по крайней мере, они тебя защитят от инфляции, которая в наше время уж очень высокая. Есть такие люди, допустим, как мой муж, да, есть другие профессионалы, которые этим живут, которые могут вам посоветовать, куда, что инвестировать. Есть люди, которые составляют даже портфели. Ну, то есть я это узнала, когда там мне муж мой составил портфель. Мой муж составляет портфели там инвесторам. Там самый большой кейс, это, наверное, он составил ему там 300 000, они сделали 3 миллиона долларов. А инвестор, если бы он сам что-то там покупал, скорее с вероятностью он потерял бы. Инвестиция в образование — это офигеть какая инвестиция. Инвестиции в образование всегда окупаются. Всегда. Если это образование особенно релевантно вашей сфере, в которой вы идете, всегда учитесь. Не университеты, не школы, а именно вот какие-то там определенные люди, определенные там люди, которых вы знаете, которые вы знаете, что добились успеха, и вы хотите у них научиться. Людей-профессионалов, которые вы видите работу, вы видите действительно, что он что-то чего-то добился, и он может чему-то научить. Это называется инвестиции в эксперта, в его консультации. Я тоже неоднократно беру. Недавно там мне нужна была тема там маркетинга, да, там я взяла консультацию там у топового маркетолога, я ему за это заплатила, и я ничуть не пожалела. Ничуть. Ребята, если бы я просто позвонила бы ему и сказала бы, чувак, можешь мне дать пару советиков? Он бы мне, скорее всего, дал, ну, просто парочку советиков. Я заплатила за консультацию, я получила 3 часа просто такой мозговой штурм, я столько знаний получила, столько советов, у меня инсайты появились. И я так рада, я прям очень рада потратить эти деньги, потому что они мне потом 100% окупятся. Все эти 3 совета, они нереально полезные, я бы очень их хотела бы услышать 10 лет назад. Если вы смотрите, и вы сейчас как раз в подростковом возрасте, и вообще не важно в каком возрасте, да, Макдональдс там чувак открыл, когда ему было 50 или 60 лет. Поэтому меняем вот здесь вот, начинаем тренировать вот это, и у вас все в жизни получится. Честно, никогда не поздно, найдите профессионала, найдите, это реально вам поможет очень сильно. Что-то из этого списка, то, что я сегодня сказала, если у вас уже что-то вы применяете, если вы что-то применяете, поделитесь опытом с другими. Может быть, у вас есть какие-то крутые профессионалы, которые вы можете поделиться, оставить в комментарии, скажите, вот этот человек мне помог в чем-то там. И вообще делитесь этим видео, если оно вам помогло, чтобы больше людей были осознанными вот здесь вот и начинали этот путь, поверили в себя, потому что вы можете все, вы гениальны. У вас все таланты этого мира. Перестаньте думать, что кто-то уникален, а вы нет. Нет, вы уникален. Просто найдите в себе это. Откройте себя. Мы очень часто закрыты. Все, всем покидосики. Покидосики. Покажите.